Добрый вечер, дорогие друзья! Вновь с вами Евгений Гордеев из города-героя Смоленска со своей новой песенкой. Я не знаю, может быть, вместе с вами ее назовем или оставим ее без названия. Ой, как же ее назвать? Можно назвать. Я бы ее назвал «Какого хера?». Послушаем. Да я вообще не должен знать никого, ни президента и ни премьера, но у них узнать я хочу вот чего. Какого хера? Какого хера? У то посеченного оклад, как у 3000 врачей, что бдят наше здоровье и жизни нашей такой уклад. А у Тоба Миллера, бля, оклад, как у 3000 учителей, что учат родину уважать наших детей. Мне по сути пофиг, какая власть, есть президент или есть царь. Наша жизнь по сути подвиг в этой стране, где люди мрут, словно на войне. У то посеченного оклад, как у 3000 врачей, что бдят наше здоровье и жизни нашей такой уклад. А у Тоба Миллера, бля, оклад, как у 3000 учителей, что учат родину уважать наших детей. Пенсионеров мне очень жаль, я расскажу о своей жене. У нее стаж 28 лет и 3 детей, а ее пенсия как у бомжа. И в этой нашей богатой стране, так как прожить на эту пенсию ей, кто мне может рассказать? А у то посеченного оклад, как у 3000 врачей, что бдят наше здоровье и жизни нашей такой уклад. А у Тоба Миллера, бля, оклад, как у 3000 учителей, что учат родину уважать наших детей. Спасибо. Спасибо, друзья, что вы были со мной. Самому страшновато, конечно, страшновато. А вдруг завтра кованый сапог постучит в дверь и скажет: «Выходи, Гордеев, выходи!» Надеюсь, что 37-й год давно минул. И я останусь с вами всегда. Ваш Евгений Гордеев из славного города Смоленска. Всего вам доброго. До новых встреч.